Контактные насекомые. Да, контактная пасека, контактные насекомые, все правильно. Подгребай, не бойся, под деревяшечку. Вот. Ну, человек опытный, работает с муравьями, со всякими экзотическими животными. Тепленькие. Поэтому, да, да, не тепло. А вы не хотите? Вы же тоже из тусовки. Вот тут человек ВОЗ дома держит. Это офигенное ощущение, когда их много. Прям такие... Это еще ты мало подгребла. Да. Нам надо было прям в рой пихать, но тогда это все какой-то ажиотаж у нас был. А так можно было бы. Если бы я знал, что вы... Настолько, да, специфические, то из этих я бы вам пораньше предложил, конечно. Вот тут человек лягушат нашел, будет скармливать кому-то там. Мягкое, теплое. Это круче, чем когда скалопендра по руке ползает. Ну, согласен. Поприятнее, да, согласен. Оцени по шкале от кивсика до кошки. Кошка вообще не входит в рейтинг. Кошка это ноль. Эти чуваки так прикольно вентилируют. Ну, там тогда два кивсика. Да-да-да, вот вентилируют, они реально. Это они, ну, завлекают матку. Посмотрите, у них там железа видна. Да-да, они вот жопки поднимают и машут. Железа у них получается на... Полосочка такая беленькая видна. Вот они кончик попки приопускают вниз. Ага. Как бы подгибают его, и там такая полосочка видна. Но у тебя, скорее всего, нет. Вот у девчонок видно очень хорошо. Прям все руки у них. И там этот запах чувствуется. Да, обдув офигенный. Обдув, да. Женя, у тебя с кондиционером проблемы в машине. А, я еще хотел... На, этот, подержи, пожалуйста, вот эту палку. Я хочу... Тут у нас труба, и она гудит. В этой трубе осталось небольшое количество пчел. Много. И вот сейчас покажу, как они гудят. Здоровенная, мне вспоминается фотка времен там... Палеолита? Вьетнамо-американской войны, когда американский солдат в этой форме 60-х годов, у него в руках полутораметровая скалопендра такая. Ты, наверное, ничего не чувствуешь? Ну, это что-то вообще ничего. Серьезно? Все, или нервы. Ну, блин, смотрите, скалопендры из года и года, это вообще ничего. И можно спасти как-то? Ну, попробуй, поднадави там сзади. О! Нет, не получилось. И можешь понюхать еще раз, как он пахнет. А ты пальцы нюхай, которыми... Да, да, да. Больного. Бананчик? Да. Синтетический банан. Банан прям, да. А прям у него просто с болевыми рецепторами. Да, да, у него. Да какие там есть вопросы? Скалопендры было сильно неприятнее. Ну, понятно. Там. А чем я отек вот этот от скалопендры, короче? Вас ничем не удивишь.